коллеги, нет, прошу простить, но это вот лучшая иллюстрация, как это женщины в науке и в управлении. И все присутствующие здесь, наверное, меня понимают искренне. И от лица ректора нашего университета Ивана Васильевича Карпанова я вас приветствую на площадке Первого экономического вуза. Мы с вами присутствуем сегодня в историческом здании, которое видела дама в кринолинах, женственных, медленных, как ваш робот. Мы немножко другие, более активные, более резкие, но мы знаем четко свою задачу. Сильны своими семьями, своими социальными возможностями и даже обязательствами сильны, и абсолютным профессионализмом. То, что с нас спрашивается немножко больше, чем со всех остальных, это так, то, что нам иногда надо доказывать больше, чем всем остальным, не буду показывать пальцем, это так. И это наша с вами повестка, ежедневная, рутинная жизнь. Поэтому я нас приветствую, я рада и благодарна премии Колба лично и за то, что столько внимания уделяется нам, что вы проводите это мероприятие на нашей площадке. Благодарю и желаю нам отличной работы. Спасибо большое.